В Алматы 19-летний солдат срочной службы Акберген Найзабеков найден повешенным в воинской части. По официальным данным, минувшую субботу призывник из Мангыстауской области наложил на себя руки в складском помещении. Как сообщает командир части, тело погибшего обнаружили сослуживцы. При нем не было предсмертной записки, а дверь склада была заперта изнутри. По предварительным данным, одна из версий является то, что утром того же дня, 25 октября, он произошел конфликт между военнослужащим своим. Он совершил поступок. И в ходе разбирательства он пошел на крайние меры. Боялся, видимо, ответственности, чувства вины. Родители погибшего солдата увезли тело к себе на родину и никаких претензий пока не предъявляют. По данному факту уже возбуждено уголовное дело и все вещественные доказательства переданы военно-следственному управлению. Отмечу, что до конца службы срочника оставался всего один месяц.